Сегодня Совет чемпионов Федерации бокса России работает в городе Ярославле. Сегодня у нас насыщенный день. А утром открытие физкультурно-спортивного комплекса, многофункционального, со льдом, с игровыми залами, с бассейном, с залами борьбы, бокса и так далее. Далее у нас мастер-класс с ребятами, то есть проводили Тищенко, Алексей и Марк Петровский. И вот сейчас открытие турнира Кубок губернатора. Мы здесь в открытии участвуем. Активная фотосессия проходит, автограф-сессия. Интересные бои и все здорово, работаем.